Праздничные сладости начали готовить в Баку. До главного весеннего праздника Навруз остаются считанные дни. Моя коллега Эльвира Хусаинова поделится рецептами. Яйца, молоко и муку Ширин Алиханова взбивает до получения однородной жидкой массы, добавляет щепотку соли и приступает к выпеканию. Хозяйка готовит традиционное угощение махару. Это блины по-закатальски. От русских отличаются только формой. Махара должна напоминать солнце, а выпекают ее на садже. Саджа – это выпуклая чугунная сковорода, которой пользуются в основном в сельской местности. Хозяйки ставят ее над костром, раскаляют и смазывают бараньим жиром. Курдючный жир не застывает при комнатной температуре и используется в кулинарии для приготовления блюд восточной кухни. На Новруз в Закаталах принято печь мучные изделия с начинкой. Самые популярные из них – это фасяли, хингал и кутабы. К Новрузу закатальские хозяйки пекут вот такие тыквенные кутабы. А еще их можно начинять мясом, зеленью и творогом. Фасяли – еще одно праздничное лакомство. Хозяйка раскатывает очень тонкое тесто и вырезает лепешки. Каждый слой смазывает топленым маслом. Поэтому фасяли в народе называют масляным хлебом. Тесто выкладывает горкой. Чем больше слоев, тем больше достатка будет в доме. К этому делу мы относимся с особой ответственностью, ведь пробудившийся в этот день ветер приводит в движение воду и огонь. И люди должны пробудиться после зимы и встретить весну со всеми почестями. Встречают Новруз-Байрам в ночь с 20 на 21 марта, в день весеннего равноденствия. А длится праздник еще 7 дней. По традиции надо побывать в гостях у всех родных и близких, чтобы каждый почувствовал любовь и заботу. В народе верят, что в это время Новруз ходит и заглядывает в окна домов и приговаривает: пусть будет так. Эльвира Хусаинова, Фирдовси Марданов, Мир 24.